Сегодня я вам покажу, как нужно расставлять жерлицы, когда не знаешь, на какой глубине будет клевать щука. Я сегодня расставил в трех линиях, ну грубо так, вот, на разных глубинах. То есть у нас получается береговая линия, вот они стоят, просто плохо видно. Потом вот средняя линия и третья линия. Везде глубина разная, но сегодня мы ловим во всех трех линиях. Но клюют только на дальние жерлицы, в основном на глубине. Сегодня клев хороший, клюет. Правда, размеры не все радуют. Маленьких отпускаем. Вот. А так, в принципе, все нормально. Вот такая вот расстановка получается. Вот сейчас сработка. Пытаемся снять, как крутит или нет. Ни хрена, походу. Стоял так. Иск ослаблено. Есть, уха, есть. Там сидит, видел? Это как не охота. Вот. Маленький карандаш. 4. Чу-чу-чу-чу-чу. Маленький, а заглотил, то блядь, заебись. Ладно, ползаем. Ну мы его, конечно, отпустили. Обратно плавать, пусть растет. Но я примерно показал, как должно клевать. Чтобы было понятно. Вот такие щуки водятся на стёжере. Ведем репортаж со стёжеры. Он такой крокодил. Надо. Сейчас. Положи рядом. А сейчас я попробую ее взять. Опа. Ой! О, какая! Мне даже не заснять. Сними, я покажу на камеру, какая, чтобы со мной была. О! Крокодос, да крокодос, блин. Ух, даже не удержать, блин. Вот это вот. Такие фиги тут плавают. Да. Редко, но метко. Да. Сработка у Лехи. Сейчас посмотрим, что он там поймает. Что у него сегодня еще нету. Давай, давай. Оп! Шнурабанчик. Вот ком с новым железным.